идем получать машину на вагонно-ремонтной улице. Это не моя блузка. Но можно забрать. Вроде бы в первые сутки бесплатно, но сейчас уточним. Штраф был 3000, так как сразу платили 1500, обошлось, скидка 50%. Через Сбербанк онлайн оплата у вас там проходит или? Ну, проходит, но я ее не видел. Если через терминал оплачивать, мы ее видим сразу. С комиссией 10%? 2%, а Сбербанк онлайн 1%. Но не видит. Но не видит, ага. Оно видит. Ты просто этим привязан, а Сбербанк онлайн пока не дойдет. Ну. Просто бывают такие случаи, что отмена операции, когда ну, оплачивают, да, вот Сбербанк сам отмену. Сбербанк делает отмену, деньги возвращаются на карту, и человек ну, думает, что оплатил, да, а деньги вернулись на карту. А у него потом через 2 месяца, через 60 дней. Уже не как у вас, допустим, сейчас 5200, да, полная стоимость 5200, а через 60 дней уже будет 8560. А сколько 20%? Да, если сейчас оплачиваете, то 3978. Вот я вам просто... Ой, сколько только у вас подъехало, 366-я. Посмотрите, пожалуйста. Поэтому, нет, вы имеете право, как хотите. Нет, скажите, пожалуйста. Да? Ну, я вообще сказала, жаловать можете. Почему я забрала? Я говорю, я воспользуюсь этим правом, потому что, говорю, тоже... Ведете себя как? У вас документы. Ну, в том-то и дело, 3 метра, и вообще у нас ночью асфальт кладут. Нет, я Человек выезжает, и у него это лишение прав. Там у нас вообще, надо сказать так, что это... Ну, просто за угол надо было поставить и перегородить всем нафиг дорогу. Вот пусть стоят, все ждут. И в следующий раз так и буду делать. Уберите машину, мы тут асфальтируем. Я говорю, асфальтируйте в светлое время суток. Ирине скажу, что вообще пусть даже это не пищит. Почему-то это не пищит.